Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков, и на канале MyGTRU. В этом видео информация для наших оптовых покупателей, тех станций, которые покупают у нас бочковые продукты Castle Toyota. В частности, я имею в виду два продукта, это Castle SP-шка 0W20 и Castle DL1 5W30. С продуктами с этими есть дефицит, мы их возим очень мало, делки вообще приходят там раз месяц, наверное, раз в два месяца одна палета, 4 штуки, а 0.20 приходит максимум 2-3 палеты раз в 3 недели, поэтому дефицит с этими маслами есть, к сожалению. 5W30 проблем нет с пишкой, а вот 0.20 и DL1 с ними, конечно, дефицит. Поэтому наши менеджеры всегда заранее предупреждают клиентов, которые у нас покупают данные продукты, о их приходе заранее, недели за полторы, там, за две, выставляют вам счета, резервируют товар. Но огромная просьба прослеживать самим актуальность информации, актуальность резервов, потому что вот вчера пришло у нас две палеты, 8 штук. Продались они, естественно, мгновенно, потому что стояли все в резерве. А в резерве стояло 20 бочек. Поэтому 12 бочек кому-то там не достались, и люди обижались на это и так далее. Поэтому, чтобы такой ситуации не произошло, смотрите внимательно свои счета и связывайтесь с вашими менеджерами. Приход товара, дата прихода товара вы знаете, потому что вам они его рассказывают, говорят про это. Вот, оплачивайте вовремя, и потом не будет никаких обид, не будет недопониманий. Товара приходит немного, еще раз напомню, что на всех вот этих конкретно продуктов двух не хватает. 0W20, DL1, 5W30. Заранее у менеджеров информацию уточняйте, она у них у всех есть на рабочем столе, мы им платим за это ЗП, за то, что они вам ее актуализируют, поэтому уточняйте. Почему Castle написано на бочковых продуктах Toyota, я уже рассказывал миллиард раз, видео эти все есть желание посмотреть, я, наверное, размещу в описании к этому видео, чтобы не было потом вопросов. Castle — это суббренд Toyota для автомаркета. Ну, вообще, по идее, это автомаркет, как бы для автомаркета, типа, на самом деле, и на станции они поставляют тоже по брендам Castle. Мы все в Японии видели с вами вместе в наших роликах, что Castle-овские продукты у них там на каждой станции Toyota-овские вообще везде стоят, и бочковые тоже в том числе. Вот, это один тоже продукт, Castle Toyota, 0W20, 5W30 и DL1, это один тоже продукт, что под брендом Castle, с артикулом, вернее, Castle-овским в данном случае, что с артикулом Toyota, это одно и то же, абсолютно идентичные абсолютно продукты. Вот просто для автомаркета, для экспорта они ставят артикул, ставят Castle-овский. Для внутреннего рынка на конвейер ставят артикул Toyota-овский. Вот и вся причина. Вот, про это рассказывал еще раз, напомню, миллион раз. Контакты нашего описания к этому видео. Обязательно еще раз большая гигантская просьба с нашим менеджером. Держите связь. Они нам то и нужны менеджеры, чтобы с ними контактировать. Заранее уточняйте, узнавайте, чтобы не остаться без товара. С вами Антон Воронков, вы на канале MyGTRU. Подпишите, поставьте лайки, жмите колокольчики. Информация, надеюсь, стала для вас интересной и полезной. Самое главное, не забудьте про нее. Всем пока.